Звук. Это у меня. Самолет, что ли, приземлился? Да. Так. Блин, мне еще на заправку надо будет завернуть. Не, мне не надо. Мне сейчас главное починиться. А, ну все, я из города выехал сейчас. А, и я сейчас опять вот этот маленький отрезочек пути городской. Колян, помнишь? Что? О, мужички. А-а-а! Не, ну реально, почему я это не заснял? А чё у вас там было? А, это смотри, короче, мы с Виталиком ехали, это самое, к итальянской границе подъезжали, там на границе... 3 или 4 парня ехали без прицепов. Ну, как ехали? Просто стояли. Мы едем, я так говорю, о, мужички! И один прямо мне в лоб выруливает. Я так заорал, ёкараный бабай, сразу свернул. К счастью, аварии не было. Вот. Но слышь, но выглядело это забавно. Я потом врезался. Да, потом Виталик угорал и врезался в границу. Тут я начал угорать. Спешишь, куда торопишься, дорога, давай присядем и подумаем вдвоем. А где-то носится удача, недотрога, а где-то молится за нас любимый дом. Встреча добрая вдали, за поворотом, или небо, затянувшее дождем. Счастье дверей затворит,
А может кто-то вдруг согреет нас любовью и теплом. Куда спешишь, куда торопишься, дорога, судьба одна у нас с тобой и путь один. Поделим поровну надежду и тревогу, и вместе встретим то, что ждет нас впереди. Встреча добрая вдали, за поворотом, или небо, затянувшее дождем. Счастье двери затворит, а может кто-то вдруг согреет нас любовью и теплом. Куда спешишь, куда торопишься, дорога, судьба одна у нас с тобой и путь один. Поделим поровну надежду и тревогу, и вместе встретим то, что ждет нас впереди. Встреча добрая вдали, за поворотом, или небо, затянувшее дождем. Счастье двери затворит, а может кто-то вдруг согреет нас любовью. Миллионов 15 часов 9 минут. Мне 10 часов осталось. А сколько километров у тебя, Коль? 774. А у меня 208. Это вот все с учетом Ла-Манша. У меня тоже с учетом Ла-Манша 280. А ты где? Ты уже подъезжаешь к этому, к терминалу? Сейчас, пока еще нет. Я уже скоро подъеду. Блин, сняли деньги. Не, я еще, ну сейчас, мне еще. Реально, не... если я выйду из Евротрак симулятора, у меня на кошельке Стима не будет хватать 10 рублей. Ты выкинешь компьютер. Нет, компьютер я выкидывать не собираюсь, у меня компьютер хороший. Подожди, а в смысле не будет хватать 10 рублей? Ну, в смысле, вот у меня было 2050 рублей на Стиме. Ага. И сейчас каким-то образом вот было 2 миллиона 50 тысяч евро на Евротраке. Сейчас ага. У меня 2 миллиона 40 тысяч. Соответственно, если 10 евро пропадет. Оля, если думаешь выкидывать компьютер поближе к моей помойке, выкинь. Не, если у тебя не будет там рублей 10 хватать, я тебе скину, у меня, ну, какой-нибудь... Да не, 10 рублей, это GTA-шку я все равно купить смогу, но просто я хотя бы буду знать, откуда у меня 2 ляма. А-а-а. А ты, кстати, сверни игру, посмотри, остановись, сверни игру. Да не, ну, мне кажется, это не работает. Не, я не хочу сейчас сворачивать, тем более у меня на бандикам сейчас все записывается. Все, я подъехал к станции. Давай, я тоже сейчас подъезжаю. А, чуть в чувака не вписался. А он дурак, он, короче, едет и не понимает, что там, блин. Он по встречке ехал. С кем не бывает. Ну, так, ладно, я тогда буду вниз, я вниз спущу, да? Что, БелАЗ? БелАЗ? Откуда здесь может быть БелАЗ? Здесь БелАЗ. Откуда здесь может быть БелАЗ? Сейчас я сфоткаю. Сфоткай, потом мне в ВК перешли. Хорошо. Что, БелАЗ? Что это такое? А, ну ладно. Забей. Стёп, ты смотрел мои рандомы по GTA-шке? Не помню. Ну, посмотри, там один рандом, в названии упоминается БелАЗ, ты поймешь, что это за... Я там был? Все, Колян, я тут стою. Да-да, я уже подъезжаю, вот у меня сейчас сужение дороги. Колян, не в этом видео был? Да. Начался. Ты не помнишь, в каких видео ты снимался? Нет. А, нет, я помню только одно. Рандомчик по Сен-Андреаске. Ну, у нас с тобой не один рандом. А, я помню Евротрак, аж, и все, и больше ничего. Агмод. А, да, еще Агмод.
чехло. Вообще писать умеет. Глент, ты это видишь? А, уже все. Я ничего сейчас не видел. О, все, все, я тебя вижу. Я тебя вижу тоже. У тебя там маячки мои не мелькают еще? Не, нормально. Я тебя еще не вижу, я тебя только на карте вижу. Ну понятно. Там живую нет. Ну, мало ли, может свет еще уже наползает. Так, ты уже зону. А тут тоже зона такая, когда не прикасаем. Сейчас. Да. О, я тебя вижу. Вон ты едешь цепной. Давай, поворачивай здесь. Да-да. О, да. А чё это у тебя за маячки? Это обычные проблесковые. Ну тут знаешь, тут есть, которые просто так ставятся, мигалка, а есть, которые на лайтбар специальные. Так, всё, короче. Ты приехал уже? Ты во мне стоишь. Да. Давай, короче, едь вперед. Давай. Слушай, а ты пробовал когда-нибудь сквозь другого игрока от третьего лица приезжать? Нет. Что ты говоришь? Надо будет как-нибудь попробовать. Мне кажется, я приеду. Аккуратно, аккуратно, сейчас сквозь меня не проезжай. А, сейчас всё. Зона эта закончится. Да-да. Сейчас подожди меня секунду, я тяжелый подъем для меня. Понятно. Сейчас я короче выверну и постою тебя. Да, давай, один километр в час, я смогу. У меня ж мощная фура, че он так медленно? О, я назад качусь. А, не, все, поехал. Я подумал, сейчас назад покачусь. Да, я знаю, у меня так было, когда передо мной чувак застрял. А, очень тяжело заезжать, серьезно, надо поехать двигатель. Ну, тебе надо будет потом, когда уровень повыше будет, тебе надо будет движок помощнее поставить. Да, да, да. Но я сейчас трансмиссию какую-то такую нормальную поставил. Ну вот, я тебе рекомендую поставить в первую очередь движок и шасси. Угу. У меня были шасси с подъемной осью, я, короче, очень хотел восьмиколесные шасси поставить. Типа, знаешь, спереди два и сзади шесть. Да-да, и чё, поставил? А их нету без дополнения. Я думал, здесь лицензионный... Тут лицензионный просто вариантов больше, чем в пиратке. Поэтому я решил, что здесь и такие есть. Без дополнения. Тебе сейчас налево, да? Да, а тебе? Мне тоже. Давай тогда это, я тебя сейчас на трассе вперед пропущу, я с тобой до Парижа доползу, а там уже влево. Ну, давай. Кстати, сейчас. У тебя уровень еще не повышался? Нет, ну вот я только с тобой пока играл, у меня пятый, ой, настал пятый, а так нет. Ну, у меня сейчас там до половины, половина примерно еще до шестого. Ну, тебе надо будет просто навыки прокачать, у тебя грузы будут нормальные. У меня почти полностью прокачан дорогостоящий. Mm-hmm. Там одна вот клеточка. Потом я тебе советую дальние дистанции качать. Mm-hmm. Ладно, давай тогда вперед проезжай. Сейчас надо догнать, а то он у меня как-то медленно едет. Странно. А, вроде ущерб. А, ну 1%. Аккуратно! Чуть не въехал. Сначала в отбойник, потом меня еще подрезал. Я в тебя чуть не въехал. Куда ты такой шустрый? Я самым мощным двигателем не догоняю тебя. Не, я всего 90 еду.
Я 80, я пока разгоняюсь. У тебя фура тяжелая. Ну да, у меня легкий угол. Я притормозил. О, все. Аккуратно, там граница впереди. Притормаживай. Да, ну я 60 едного. Знакомая тема. 8%. Уже, да, 8%. Блин. И я так идеально ровно подъехал. Тебе на заправку не надо? Не, а тебе? А я еще в Англии заправился. Я не могу разогнаться. О. Ты чего? Ты куда? Да я просто. Виталик, а ты-то, кстати, где? Мне осталось 415 километров до Лиона. До Лиона? Мне 604 километра осталось. Давайте тогда потом все втроем в Лионе встретимся. Давайте. Ждать на автосервисе. Автосервисе. Давай, я тогда из Парижа тоже в Лион приеду. Ага. Ну ты в Париже посмотри, может, груз на Лион найдешь. Ну, это вряд ли, ну посмотрим. Ну, мало ли. Так, мне 2 часа еще ехать. Мне 9. Да, да, в Париж. О, там этот TGV ползет. А я у тебя на хате не видел TGV разве? Вот этот, который товарняк. Это он и есть? Ты понимаешь, что TGV это вообще скоростной пассажир? Блин, я перепутал их. Не, вот который в Евротраке товарняк, как раз локомотив у меня такой же. Да, я заметил. Прикольный, кстати. Хотя вообще нет. Там немецкий тепловоз, у меня французский электровоз. У них покраска только одинаковая. Ливать. У меня даже такое ощущение, что твой этот французский тепловоз быстрее... Электровоз. Быстрее скоростного. Ну да, он что-то как-то мощно разгоняется у меня на макете. Не, а ты не видел, у нас на моделировании... Еще Сапсан был, только сейчас его на выставку увезли, он так разгонялся. Халявно покатали нас на Сапсане, я помню. Да. Надо было еще наушники спереть. Наверное, как это спер, ты мне отвечаю. Так я спер, я 5 пачек спер. Так они ж такие, они одноразовые, их там никто не смотрит. Я так и понял сразу же. Не, ну вот мы когда в депо были, там какой-то чувак реально спер, я видел. Так они это не спер, они входят в оплату. Да он под затыльник. А им что, жалко было эти наушники дать, твари? Да они там сломались бы через день. Да, вот в Сапсанах, которые наушники, они не очень. Лучше забирать в самолете. А нормально. Знаешь, так это. На экскурсию в какой-нибудь ангар в самолет зашел, наушники упер. Че ты так виляешь? Ух ты! Че там? Да Степа сейчас передо мной так дернулся, я. Ой, опять. Чувак, мне страшно уже за тобой ехать. Че? Блять, перестройся, Колян, чтобы страшно не было. Ч
Че ты так виляешь? Да просто. Я водитель от Волга. Сейчас дернешься в мою сторону. Это жизнь будет. Оп. Куда? Как у тебя дела? 6% ущерба. Ты-то жив. У меня 8, у меня как было. А я случайно на этот на тормоз нажал ручной. Случайно? Потом случайно в мою сторону повернул. Не, ну я просто хотел свернуть. Ну ладно, ничего страшного. Я после того, как Егор в меня врезался, я уже такие вещи быстро прощаю. Ты Егор чей сбил? О, знакомая ситуация. Ты отключился, что ли, даже? Нет. У меня двигатель ты... заглох. Колян. А. А ты Егорыча побил, я не помню. Нет. Это плохо. Нет, хотя... Бы... Хотя после другого случая я реально ему чуть в морду не дал. Я его аккуратно! Вот добил был. Напугал, блин. А! Чё ты так пугаешь меня? Да я не пугал, я нормально. Нет, когда 1 апреля, это вот я реально ему чуть не врезал. Продаю тепловоз. И номер Егора. Жалко, что это, правда, сразу же сорвали. Стёп, тебе сейчас прямо, да? Да-да. Ладно, я поворачиваю сейчас. А чё ты мой номер не написал? Так я написал куда, и повесил. Ты куда поворачиваешь, Коль? Мой, а? Мой номер. А, ну ладно, давай тогда. Давай, я налево. Давай, мы тебя тогда в Лионе будем ждать. Коль, сколько тебе ехать? Мне 7 часов 54 минуты. Мне 20 минут до Парижа. В общем, я буду там ждать. В Лионе? Угу. Я тогда в Париже припаркуюсь и посмотрю груз в Лион. Ага, ну если не будет порожняком, тогда езжай. Да, давай. Погоди, Виталик, что ты про номер говорил? Мой бы номер лучше написал. С кем? Убирал. Ну я ж над Егором прикалывался. В отместку. Про арбузы выпуск номер. А-а-а, арбузы, да. А Егор ты видел? Да. Как, он обиделся? Да нет, он угорал. Точнее как, он обиделся на то, что вот тема это арбузы, и, типа ему посвящается, а сам рандом ему понравился, он говорит, забавно. Ты еще говорил, как азербайджанец. Вера, вы тебя неправильно поняли. О, я в этом нахожусь, как это, как эта хрень называется, на сортировке. Погоди, ты в каком городе сейчас? Подъезжаю к Леону. Уже? Мне 3 часа осталось ехать. А-а-а. Действительно, подъезжаешь. Я уже практически приехал в Париж. Ну, уже приехал в Париж. Я в Париже. Тут, короче, у вас тоже такое бывает, когда светофоры желтым мигают постоянно. Это да. По ночам так. Типа электроэнергию экономит. Путин даже не играет. А, я случайно нажал на Е, у меня заглох. Ай, блин, у меня 810 евро осталось. Все на штраф ушло. О, сейчас у меня опять 2 миллиона 50 тысяч. А это, наверное, тебе приносят компании эти хрени. А, знаете, да, точно. Которые работают. Да-да. У меня же водитель один уже есть. Или даже два, я не помню. Так, все, короче, я начинаю парковаться.
Надеюсь, у меня это быстро получится. Потому что... Нет, я в Лондон приехал, я почти сразу идеально почти припарковался. Не, ну просто с этим, с коротким же должно быть... Ну да, короткий там чуть-чуть попроще. Тоже, конечно, труд нужен, но... Мне всегда легко парковаться. Ну, слушай, мне сейчас тоже легко парковаться, потому что уже привыкаешь когда. Как ты боялся в первый раз парковаться, я это помню. Не, а в первый раз, помнишь, я так просто кругом объехал и передом так подъехал туда, подтащил и встал. Угу. В первый-то раз мне повезло. А второй раз? Второй раз я не помню. Понятно. Я тоже так нормальненько. Помнишь, как ты в меня врезался, когда я хотел заехать на заправку? Сам мне это напоминал 100 раз. Ты в меня еще врезался тогда. Я помню, как у тебя игра свернулась, я в тебя врезался. Это я и сам свернулся. Раз, она уже сама свернулась. Первый раз ты мог съехать на обочину, гадина! Ты мог на обочину съехать и свернуть ее! Я хотел поугарать. Я тебя убью. Все, вот ты слышал это? Да. Через 2 месяца он признается, что он специально эту аварию устроил. Клен, у тебя было время на ДСП, когда я был у тебя на хате и на помощнике машиниста. Я припарковался. Да, еще в боулинге ты мог бы на меня мяч убить. Так что... Ты думаешь, я теперь на практике до тебя не доберусь? Я тебя под локомотив засуну. Я ищу груз в Лион. А, слушай, я сейчас на обочину я встану, посмотрю, может, я тоже где-то рядом. Может, я не успел еще от Парижа отъехать. Блин, нету. Сейчас, подожди, я в другую компанию заеду, окей? Я говорю, я пока стою, может, я тебя подожду. Да-да-да. Я пока в другую компанию заеду. А, я пока рядом с Парижем, я тебя у развязки постою, подожду. А, ну давай. Так, сейчас. Надеюсь, будет что-нибудь. А, или вот, впереди граница. Все, я уже приехал практически. Мне осталось 85 километров ехать. Ну, сейчас мы скоро подъедем. Если что, я так просто сам поеду. Ага. Там за развязкой граница будет, я тебя до границы буду ждать. Да, окей. Так, сейчас, тут последнее предприятие, я заеду, если в Лион не будет, тогда я все, я уезжу. Так, где она? Блин, какой крутой поворот. Смотри, не опрокинься. Не, у меня стабилизатор нормальный, так что... Я же не ты, у меня все усилено. У тебя настройки читерские, конечно. А сейчас же какая-то такая, типа, обновление в этом, в Евротрак. Ты заметил, Клен, обновление? Ну, я заметил, что вот это спидометр краснеет. Да, там еще типа, ограничили скорости, можно поставить как на легковом автомобиле или на грузовом. Да? Не, все, Колян, в Лион нету, я тогда так поеду. Да, я так. Тебя за границей жду. А как мне на карте отметить Лион и ехать, да? Да, на карте отметить автосервис в Лионе. Так, сейчас. Да что я там уже буду? Я уже немного остался ехать. Да-да, мы тебя ждем. Вы меня ждете? О, вот и... Ну, короче, ты меня понял. Так. Все, сейчас, я еду. Колян. А твои сериалы не начались? Какие сериалы? Да плевать сегодня ставлю. Эти твои тупые сериалы. Ладно, не тупые, нормальные сериалы. Че за сериал? Да, по СТС идет сейчас. Вечный отпуск уже кончился, крыша мира, я так смотрю. Да ну. Вечный отпуск, фигня полная, но смотреть можно. Я не знаю, я раньше смотрел про этого. Что-то по НТВ какой-то такой, морские дьяволы вроде. А, морские дьяволы, это нормально. Да, и Мухтар тоже, но это когда маленький. Кстати, по НТВ, пфу ты. Коль, да, канал, да. Коля, в «Морских дьяволах» снимался отец Ливан.
Морские дьяволы прикольные. Это про спецназовцев вроде, да? Мне след нравится. Про морских. А да, след тоже прикольный. Я смотрел, но не так понравилось. Мне мама обычно его любила смотреть. Ты стоишь, да, Колян? Да-да, я стою. Так, все, я уже в Лионе. Я еду. А, Виталик, посмотри, может, у тебя в Лионе в пределах города какой-нибудь дешевенький грузик будет. Зачем? Ну, денег хоть немножко подзаработаешь. Тебе еще почти 6 часов нас ждать по игровому. Я сейчас из игры просто выйду, пойду покушу. Я же стрижу, пришел, а ничего не поел. Ну, я в автосервисе, если что. А тебя не кикнут за бездействие? Так а он выйдет сейчас из игры. А. И он синхронизируется в автосервисе? Нет, да. Но его не будет, потом он в игру, когда зайдет, он появится там. Я уже в автосервисе, в общем. Ладно, давайте я жду. Сейчас я отойду на минуточку. За хавчиком. Ай, у меня мышцы болят. Стёп, это... ну ты что, уже едешь, да? Да, я еду. Ага, я стою. О, все, я подъехал к границе. Ну, я вижу вот этот значок коричневый. А, вот у меня вроде твой ник. Не, у меня еще твоего нет. А, все, я появился. Я хотел карту открыть, у меня мышка соскать. А, вот, ты уже тут. Да, я так быстро припарковался, что ты даже не успел отъехать далеко от Парижа. Ну, а я потому что по кольцевой объезжал. Ну все, погнали. Там видишь, ты потому что прям в Париж поехал, а я объезжал, там трасса вокруг идет довольно долго. Я буду за тобой ехать, потому что я побыстрее, но не обезгую. Ну я так просто рядом буду. Да. Тусоваться. Делаешь? Напугал. Куда так улетел? Пожалуйста, не надо. Да что не надо? Я ничего не делаю. Ты надо меня подрезать и врезаться. Да я не врезаюсь. Я просто рядом. Ты что делаешь? Так я же не подрезал, я же быстрее еду, я все равно. Ой. Ну вообще-то, если бы я не тормозил, я бы в тебя въехал. Да ладно. Да. Серьезно? Да, у меня же. Вот у меня сейчас скорость 70 километров, мы с тобой вровень идем. Ну сейчас ты уже разгоняться начал. До этого 70 км мы вровень шли, а я разгонялся. У меня 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108. Ну я сейчас тоже в разгон уже пошел. Мне 110. У меня пока 90. Ну ничего, нормально. А, это там ремонт дороги, я подумал, это фура перевернутая. Реально издали, похоже. Ну или у меня глюки. Надо будет в автосервис заехать, конечно. Да мне тоже. У тебя сколько? У меня... Сейчас посмотрим. 9% тягачу, с прицепом нормально все, слава. У меня 24% тягачу. Нифига себе. Надо было в Париже в автосервис завернуть.
обратно. Че, остановился, что ли? Не, я с тобой еду. А, просто так. Полетел мимо. Опа. О, все. Ты че, с дальним? И... А, это у тебя дальний был? Да. А, понятно. Я, кстати, тоже могу включить. Жареное тоже можно кушать. Мои огонечки. Блин. Не семья, а людоеды какие-то. Мою порцию сожрали. Ты с дальним едешь, Коля? Да. А, Коля! А, сори. Я просто пытался скриншот сделать на бандикаме. А, ты... Вот это нифига себе! Вот именно. Ты пролагнул просто дико. Знаешь, сколько у меня? У меня прицепу 2 и тягачу 18. Сейчас тебе скажу. Не, это еще хорошо, что никто из нас не перевернулся. Коль, у меня 37. Я прям дико врезался. Ты просто начал дико лагать. Да. Я не знаю, у меня... Я просто ехал, ты стал, это самое, ко мне поджиматься, и боком это самое. Потом бабах, и по разным концам дороги разлетелись. Сколько вам ехать? 3 часа 55 минут. Больше никогда не буду с такой камерой ездить, когда это самое, чтобы вид назад. Уже потом стоя сфотографируюсь. Запомните, никогда не фотографируйтесь в дороге. На скорости. Да. С полной цистерной бензина. У меня пол тягача распинается. Аккуратно смотри, я там не пролагиваю тебя. Правильно. Блин, Виталик, можешь хотя бы немножко потише, а то... Я огурчик кушаю. Кушай потише. Это специально? Понимаешь, что я это все на видео снимаю? Круто, вырежешь. Ну как сказать? Ладно, вот такие красивые моменты, что... Вот и живи. Тебе на заправку надо? Стёп. Чё? А, это не заправка даже. Ты чё? 46%, чувак. Это ты как? Я врезался в какие-то столб. Какой-то столб. Обалдеть. Я сначала подумал, это заправка, подумал, тебе заправиться надо. Да не, я просто так заехал. Сейчас я скину эту фотографию, Колян. С Белазом. Ну, скинь, я потом гляну. Ну, чё, потом я предлагаю еще куда-нибудь втроем проехаться. Ну да, потом уже я пойду, потому что кушать я буду. Да я тоже уже кушать пойду. Кушать сер, кушать не. Коля, а что на завтра еще надо делать? Алгебру и что еще? Алгебру, английский. Ну ты что еще будешь делать? Нам еще французский сдавали, только я его, конечно, не делаю. А, ну и все вроде. Геометрии же во вторник не было там. Да, и первым уроком алгебру. Так вообще, да, английский только готовится и алгебра. Ну да. Я алгебру за 10 минут написал. Какой ты молодец. Мы тут с другом недавно на Мерсе за 319 км в час разогнались. До скольки?
Плюс 19. Где могу флачку скинуть? А ты это на видео не снимал? Не, я боялся. Надо было запечатлеть. Там движок AMG, так что там спокойно. На воротчиках разогнались так. Мне было весело. Да ты что делаешь? А, я тебя не заметил. Погоди, мне теперь разогнаться надо. Ты живой? Да не, нормально все, просто ты напугал меня уже вот так. Можешь так не вилять? Да, хорошо. Сейчас направо. Что, сколько уехать? 2 часа. Сейчас. Час 40. Ладно. Что мне скажет Рэпли? Ничего не скажет. Коль, я сейчас я на заправку сгоняю быстро. А, хорошо. Я просто специально чуть-чуть уехал вперед. Да-да. Ну я приторможу, если что. Да-да. Ладно, давай. Я успею, да. Кто-нибудь смотрел 1+1? Фильм. Да, хороший фильм. Карина, ты? Не, я не смотрел. Посмотри. А, я посмотрел, кстати, «Призрак». Хороший фильм, тоже понравился. Меня убил, когда парень водил самолет. Не знаю. Аккуратно. Ты что такое? Чего у тебя? ЧСР-207? Чего? Электровоз какой-то. ЧСР-207. Что это за электровоз такой? У тебя на страничке. А, это типа... В фотошопе, где гибрид ЧС-7 и Р-200? Да. Да это фотошоп. Уже посрался. Да я тоже охренел, когда увидел. Александр Ветер. Ничего нет в сети. Там впереди граница, я тебе советую притормозить. Да, сейчас. Я успею. Сейчас, короче, знаешь, меня там зовут. Я на секунду. Ты, короче, едь дальше, а я потом тебя догоню, окей? Ты едь, забей. А, хорошо. Вы потом подождете меня еще, окей? Да-да. О! Фига. Ты это видел? Да. Издали, конечно, но видел. Ладно, сейчас я встаю.
Мне после такого веса спина болит. И сильно 120-килограммового кабана поднял. Зачем? Чтобы швырнуть его. Зачем тебе его швырять? В борьбе. Чё, сколько вам ехать-то, Коляныча? Ну, Стёпа немножечко остановился, а мне 40 минут. То есть вы уже подъезжаете, по сути? Ну, да. Ну, а я вас жду. Колян, ты вообще в метро работать никогда не будешь? Ну, не знаю, мне в метро как-то... интересно и, честно говоря, сложновато. Почему вот там сложновато? Ну, слушай, во-первых, запускать вот эти метровагоны, там, ты видел, какая панель управления? Спереди, сзади, сбоку. Я в симуляторе видел его спокойно. Знаю, я вот даже в симуляторе не смог. Ну вот. Ну и потом, знаешь, вот так ровно-ровно подъезжать, где вот такие двери, ну это... А, ну это да, это вообще трудно. Так и даже там, где нету дверей, тоже чуть-чуть неровно, у тебя первая или последняя дверь окажется в туннеле. Тоже так, знаешь. Так там же, смотри, там же тебя учатся сначала, ты на симуляторе это все пробуешь. Не, ну все равно, не знаю. Ну и потом все время в туннеле, но это не по мне. Вот, вот, оставь ее в покое. Оставь ее в покое. Это у кого? Вот здесь. Нет, извини, блин, кота у меня нету. Ваня, садись, телевизор. А, это понятно, у кого это у Стёпы. Ты едешь, Колян? Да-да, еду, мне 15 минут осталось. Вообще, значит, я уже в игру туда зайду. Круто, 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 мне это всё нравится. Пойдем быстрее. Прикинь, я только за два рейса уже купил себе фуру. Мерседес. Какой? У меня два ляма, если ты не забыл. Блин, если как... А, двигатель глохнет! Блин, в этой игре как-нибудь можно бабки передавать? Не знаю. Не, чувак, я не буду ничего со своими деньгами делать, пока... А, пока не разберешь, все понятно. Да, пока не разберусь, потому что... Как ты знаешь... Ух ты! Ладно, 15 минут ты говоришь, тебе ехать надо, да? Мне уже одну минуту ехать. А, вот все, я тебя вижу. А, вот я тебя тоже. Здорово, Махаляныч. Угоди мне еще, груз надо завести. Я тебя догоню. Только не врежься. Хорошо, постараюсь. Врезаться. Нет, не постарайся, а не врежься. Да, постараюсь. А, ты все равно видишь, да? Некрасиво какая-то, ну тебе. Не знаю, по-моему, с тягачом, кстати, здорово смотрится просто. А-а-а! Упал! Только не это! Что там? А, узкий. Да. Смотри, сейчас туда залечу перед... А, уже. Видишь меня? Фу! С первого раза! Ребят, это достойно лайка. Блин, ну ты-то сюда нахрена приперся? Мешать. Алло. Алло. Здорово. Чё, вы уже там? Ага. Мне самый неудачный вообще въезд достался. Чё, вы ждёте меня, да? Ну, я пока паркуюсь. А, ну давай. Ай, выруби эту хрень. Всё, чё вырубить? Да не, это у меня проблесковые маячки были, а Виталик ко мне подъехал. Блин, тут места мало вообще. Ща, мне 40 минут лет. Колян, а у Стёпы такая же фура, как у меня? Слушай, не знаю, не заметил. Нет, вроде разные у вас. Я просто более навеяна. Моя фура. У меня 54% урона. Вообще, блин, обидно даже. Жрачку мою сожрали. Твари. Наконец-то.
Все, встал. Почти. О! Все, поехал. Сколько вы с меня сняли за ущерб? Только бы 2 ляма, только бы 2 ляма. Пошел ты в баню. Ладно, поехали, клиент. Ты едешь? А что, куда вы сейчас едете? Мы в автосервис в Лионе. Куда? В автосервис в Лионе. А. Ну я тоже туда сейчас приеду, через 15 минут. А? Виталик, ну ехай уже. Просто я боюсь, стой! Я разучился ездить, сорян. Так, сейчас. Ты езжай, я сейчас карту еще посмотрю по-бырому. Окей, давай. Что я буду там стоять? Да-да. Кто-то яблоко кушает. Это я. Фу ты, я по встречке случайно поехал. Оля, ну шукаешь что так. Культурный же мальчик. Мне 3 минуты осталось ехать. Хорошо. Чё ты как-то криво поехал, Коль? А? Как-то криво поехал. Я? Да, я по прямой поехал, а ты? Куда? А, да не, я просто еще автосалон смотрел. А, чё там с автосалоном? Ой, слушай, а я не заметил. Не суть. А, вот что, я его вижу, он уже въезжает. Конечно, он у меня синим обозначен, но ладно. Угу. Так, ну чё, сколько у меня там? На 20 тысяч ремонта. Коль, я тебе сейчас скажу, сколько у меня будет ремонт. Ага. 1100, наверное. Так, чё у меня тут с тюнингом? О! О, чё? Да. Я себе козырёк новый поставил. Так, урядников. Нет, отбойничков новых нет. На 28 косарей. Фига. Так, что увидеть? Это все совсем немножко так незаметно починговал. Так, сейчас я тоже, я себе фары хочу поставить. Только тебе потом надо будет нажать F4, чтобы у тебя эти фары работали. Ага. О, у меня на козырьке фары тоже появились. И они тоже работают.